романе Гончарова «Обрыв» описан склон берега Волги как раз в том месте, где проходил литературный кросс «Антиобломов». Поэтому к истории и литературе участники кросса могли не только прикоснуться, но и побегать примерно по тем же тропинкам, по которым ходил, обдумывая роман, автор Иван Александрович Гончаров. Организаторы предложили участникам, студентам и школьникам побегать по осеннему парку, ответить на вопросы и собрать буквы, которые нужно было сложить в название одного из романов Ивана Александровича. Об этом мероприятии нам сказали в колледже в нашем, и я заинтересовалась. Все-таки это наша история, получается, и очень красивое место такое, как видно, оно очень живописное, и этот кросс называется «Антиобломов». Прогнать осенний сплин, несмотря на дождь и серость, с этой задачей справились участники и организаторы. Весело было всем. Одних литературных знаний было мало, нужно было еще и знать родной город. Рябикова. Пушкарева. 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 Давайте мне. Нариманова. Рябина. Давайте мне. Азовская. Мне я было. Не мне было. Мне тоже. Я помню. Ефремова. Да? Стасова. Стасова. Станкостроители. Во все времена были и остаются люди, не читавшие ни одной страницы из произведений Гончарова. Среди тех, кто участвовал в кроссе, таких не осталось. С одной стороны Волга с крутыми берегами и Заволжье, с другой широкие поля, обработанные и пустые овраги. И все это замыкалось далью синевших гор. С третьей стороны видны села, деревни и часть города. Воздух свежий, прохладный, от которого, как от летнего купания, пробегает по телу дрожь бодрости. Как оказалось, проигравших не было. Борьба шла не с внешним соперником, а с самим собой, со своей ленью и осенней грустью. Прошедший литературный кросс стал началом череды мероприятий, посвященных 50-летию библиотеки имени Гончарова. Празднование пройдет в декабре, а до этого времени активных и умных ждет еще масса интересного от ульяновских хранителей книжного знания. Самое кульминационное мероприятие, посвященное юбилею, пройдет 7 декабря 2018 года. Ну, а уже сейчас мы начинаем вот наши предюбилейные мероприятия. И первое мероприятие – это вот наш литературный кросс «Антиобломов».